Насчет Куценко я сразу уволил, да. Ну, Асхат Тулебердиева тоже сегодня-завтра я приму решение. Уважаемые друзья, никто не должен просто думать, что он такой особенный или какой-то приближенный. Если было какое-то решение до этого, она похожа, и я буду использовать это решение, я буду... Вы уж извините, да. Но Куценко и Асхат суда еще не было, они считаются невиновными. Но как морально-этическим нормам я, как градоначальник, должен принять решение.